Caveto vero plebem dolentem, ve subito patrem perjuderit, adquad arma capienda paratissima est. Как часто вы думаете и вообще вспоминаете о Римской империи? Раз в месяц. Как часто вы думаете о Римской империи? Раз в неделю. Почти никогда. Ну, кстати, позавчера думал. Не очень часто. Когда про католиков что-нибудь читаю. Раз в год. Это вообще наше. Время было один раз. Постоянно. Никогда не думал. Ну, конечно, часто. Часто. Ну, естественно. Ну, у меня другие мысли вообще. Бывает, да. Никогда. Никогда. Иногда. Не очень часто. Не часто. Ну, раньше, когда ты историю увлекался, сейчас нет. Бывают, да. Люки, вот когда вижу у них, вот эти же были люки, там какая-то надпись в Римской империи. Я недавно смотрел Минаева выпуск про Римскую империю. Очень редко думаю о Римской империи. Совсем не думаю. Думаю о сегодняшнем дне и все. И вообще тоже ни о чем не думаешь никогда. Не надо. Подождите, да стойте, стойте, стойте. Стойте, я так рада просто вас видеть, мы так давно с вами никогда обнимашки. Не виделись. Обнимашки! Обнимашки! Скажите, пожалуйста, как часто вы вспоминаете о Римской империи? Вообще я не думаю. Никогда. Раз в неделю. А какой, а какой? О Римской империи. Никогда. Никогда. Регулярно по понедельникам. У нас в целом есть чат с друзьями, где мы периодически обсуждаем какие-то вещи, ну, новости, события, и в какой-то момент мы прям скатываемся в обсуждение Римской империи, что так уже было. Вы знаете, очень редко, и мне там не все понятно. Ребята, не палимся. Ну, вот и все. Это все. Можно не засчитывать спокойно все ответы, которые у нас были до этого. Все.